Где ты? Они все живы? Кроме него. Это граница Белгород, Украина. Женек передо мной в соседе под пулеметным огнем. Очень хороший парень был. Что вот отправной точкой послужило для того, чтобы пройти туда? Хотел получить просто жизненный опыт. У меня тяжелая ситуация в жизни была. Негде жить, нечего есть. Я в один момент решил, что попробую испытать себя там, перевоспитать как-то, стану другим человеком. Но мама с пониманием отнеслась. Ну ничего, папа же у меня тоже воевал. А ему бабушка говорит: так ты чего, когда он воевал, такой мясорубки не было.